Здорово. На самом деле, не обращайте внимания на название ролика. У нас с последним обновлением был добавлен коктейль Молотова. Поэтому данная миссия запускается. Ну, сам тест запускается второй раз уже. Первый раз был на той неделе, когда, там, как говорят, из-за техники что-то подвисло и ничего не удалось. Вот, в этот раз миссию чуть переделали. И опять запустили. Для того, чтобы проверить, как работает коктейль Молотова, как именно отражается это на технике и будет вообще зависать или нет, чтобы понимать, можно ли его в дальнейшем использовать на основных миссиях. Вот. Сейчас все увидите, как что получилось. Ну, ролик довольно-таки такой маленький. Это такой чисто миссия-тест. Вот. Больше посмотреть, как работает, а не так, чтобы повоевать. Так что приятного просмотра и увидимся. Сегодня за нами не только Москва, не только вся наша необъятная родина. Сегодня, затаив дыхание, на нас смотрит весь мир. Не спахать будет, я тебе только в Мартен. О, придумал! Не спрашивай, засеем. Было б кому. Там из танков выпрыгивали. А мы уже думали, что если кто живой, так побежит. Это с чего так думать, а? Шемякин. Никто не геройствует, потому как незачем. Спокойно, ждем там.
два раза попал. Че он один ранен, наверное. Давайте еще одну и все. Ну, что-то левый фланг подкачал. А, ничего, что там танки все были? Левый фланг подкачал. Там кто-то все кидает сразу, когда танки обстреливают. Костя, а ты кого убил? А, последний писал. Я одного убил, и там два раза. Чего? Молотого убил. Ты мне скажи, ты убил кого-то в начале, когда мы стреляли? Нет, в начале нет, я вот только одного убил. Я вот только не понимаю, почему он выкидывает из танка, когда он ему не горит. Нет, ну там так сделано. Значит, там танк. А, вот и тут. Браво. Я тут